Первый день весны и новые предложения от крупнейшего застройщика. Квартиры еще в трех домах и особые условия для представительниц прекрасного пола. Подробнее в нашем следующем материале. Нет лучшего сезона, чем выбрать себе квартиру, открыть бизнес в новом помещении. Простая математика. За 10 лет аренды жилья в столице тратите больше 30 тысяч долларов в эквиваленте. Просто отдаете. Но можете жить в своем и ни от кого не зависеть. В комплексе Минск World возможность платить за свое, не отдавать деньги впустую. И здесь снова старт продаж квартир в новых домах. Дом Вена в квартале Центральная Европа. Удачное место. Через дорогу возводит международный финансовый центр. Рядом будет и самый крупный в стране торгово-развлекательный центр Марамол. В шаговой доступности и новый городской парк. Дома в этом квартале запроектированы на значительном расстоянии друг от друга. Между ними зеленая зона, деревья. В этом доме цена квартир от 2600 рублей за квадратный метр. Из преимуществ свободная планировка и возможность объединять апартаменты. На первом этаже отдельные входы, на втором террасы, на третьем французские балконы. Много дизайнерских решений. Квартиры можно объединять, делать необходимое количество комнат любой площади. Дом Вена – первая новостройка в квартале Центральная Европа, где уже продают квартиры. Ждать заселения не придется долго. Сдают дом во второй половине этого года. Внимание, менее чем через полгода. Новостройки начинают продавать и в Средиземноморском квартале. Он тоже в самом центре комплекса. Через дорогу международный финансовый центр. Дома Канны и Монако. На первых этажах по 6 административно-торговых помещений с отдельными входами. Минск World – новый комплекс, город в городе. Здесь все для жизни. И здесь то самое место, где стоит развивать бизнес. И место, где есть гарантированный успех. Дмитрий Странгин видит большую перспективу в инвестиции именно в коммерческие помещения в комплексе. Это удачные вложения и задел на будущее. У меня коммерческое помещение в доме «Волна». Есть коммерческий план. Помещения в «Волне» будут сдавать в аренду за невысокую плату. Это инвестиции на будущее, которые при самом неблагоприятном раскладе окупятся через 10 лет, а может и куда быстрее. Помещение небольшое, в районе 30 квадратных метров. Для небольшого бизнеса или для собственного дела это достаточная площадь. После третьей линии метро, когда-то четвертая, пусть она будет там через 10-12 лет. Но это тоже свое большой плюс имеет. Во-первых, будет достаточно большой, скажем, поток людей в течение рабочего дня. Это будет очень большой плюс для района. Самый, скажем, компактный комплекс с такой инфраструктурой. Коммерческие помещения – это сервис для тысяч людей, которые станут обладателями квартир в новом комплексе. Коммерческие помещения предусмотрены практически во всех домах на первых этажах. Это и удобство, и комфорт. Вернемся к Средиземноморскому кварталу. Здесь будут два детских сада, спортивные и игровые площадки, прогулочная зона. И сдадут дома Канны и Монако совсем скоро, уже летом. Минск World – это город в городе. Через комплекс идет новая линия метро. Часть станции уже запущена. От центра всего пара минут. Вся инфраструктура. И в том числе для развития бизнеса. Международный финансовый центр строит в сотрудничестве с арабскими архитекторами и инвесторами. Это тысячи новых рабочих мест. Все сделано для того, чтобы здесь жить. 8 школ, 12 детских садов, медицинские центры, даже велодорожки между кварталами. Вернемся к вопросу, когда покупать. Покупать сейчас, лучшего времени не будет. Вспомните, сколько стоит арендовать жилье и умножьте на 10 лет. Застройщик предлагает беспроцентную рассрочку на 100 месяцев. Это 8 лет, но платите за свое. И для девушек и женщин в марте особые условия. До 14 марта всем представительницам прекрасного пола скидка минус 60 евро от каждого квадратного метра. Скоро праздник. Алексей Кряквин, ОНТ.